Так, собеседование 2. Пробуем. Еще одной девочке позвонить. Алло, здравствуйте, Салтанат. Скажите, пожалуйста, вы сейчас готовы пройти собеседование? Да, давайте. Еще раз здравствуйте, меня зовут Наталья, я нахожусь в городе Санкт-Петербург. Скажите, где вы находитесь? Я нахожусь в Казахстане, в городе Караганда. Очень приятно. Салтанат, у нас открыта вакансия администратор или менеджер интернет-магазина. Наша компания в связи с расширением осваивает интернет-пространство и поэтому ведет набор сотрудников. Компания занимается продажей товаров повседневного спроса, то есть начиная от средств личной гигиены, это шампуни, зубные пасты, мыло, гели для душа, и заканчивая различной бижутерией, кожгалантереей, витаминами, продуктами для здорового питания, отвертки, то есть более 2000 наименований товаров. Ваша задача как администратора будет оказание компании рекламных услуг, то есть делать посты в социальных сетях, размещать объявления на бесплатных досках объявлений, например, это как один из видов рекламы, плюс помощь клиентам в оформлении заказа. И ваша задача будет создавать для своего интернет-магазина товарооборот, от которого вы будете получать зарплату от 3 до 22%. То есть чем выше вы товарооборот для своего интернет-магазина создадите, тем больше денежку вы получите. Выплаты у нас происходят только на банковскую карту, никаких веб-кошельков и прочей ерунды у нас нет. Все официально, все только законно. Скажите, пожалуйста, вам интересно было бы поработать в этой сфере? Да. Я в декрете дома сижу, и почему бы нет, если чисто работать через интернет? Да, я вас отлично понимаю, потому что я сама мама двоих мальчишек. Сейчас вот мне чуть-чуть стало полегче, потому что они пошли в садик. Но, как и все детки, конечно же, болеют, поэтому найти какую-то постоянную работу, выйти на какую-то работу, так скажем, на земле, довольно проблематично, согласитесь. А интернет-пространство дает эту замечательную возможность, поэтому... Я думаю, можно себя попробовать. Хорошо. Тогда, Салтанат, я сейчас скажу девочке, которая вас нашла, Анастасия, она вам кинет ссылочку на регистрационную форму, вы регистрируетесь в компании, и дальше Анастасия, как ваш куратор, направит вас на обучение, где вы узнаете, что нужно делать, как, почему, и со всеми вопросами вы можете обращаться к Анастасии, а также она вас добавит в наши чаты, где вы можете задавать вопросы, все вас интересующие. И мы, как команда, вам всегда будем рады помочь. Ага, хорошо, всего доброго вам, Салтанат. До свидания. Ага, спасибо. До свидания. Отлично. Анастасия, поздравляю тебя с новой регистрацией.